И к другим темам. В Весинском районе прокуратура требует привести детскую площадку в соответствии с нормами ГОСТа. Эксплуатация объекта, расположенного в райцентре, представляет опасность для несовершеннолетних. Теперь местное СМО должно привести площадку в порядок. Проверкой установлено несоответствие детской игровой площадки в поселке Цыганоман требованиям, установленным государственным стандартом. Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании бездействия администрации Цыганоманского сельского муниципального образования незаконным и возложении обязанности устранить нарушения. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Устранение нарушения поставлено ведомством на контроль.